Магадане избили полицейских. По предварительно установленным данным следователей, утром 13 июня текущего года наряд патрульно-постовой службы прибыл по вызову во двор улицы Транспортной, где 20-летний мужчина избивал двух девушек. На требование прекратить беспорядок подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, набросился на сотрудников полиции и нанес одному удары кулаками по лицу, а второму по голове. По словам медиков, у одного полицейского диагностирован перелом костей носа, а у второго – черепно-мозговая травма с сотрясением головного мозга. В настоящее время оба уголовных дела соединены в одном производстве. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Следствие не исключает, что после проведения судебно-медицинских экспертиз в отношении потерпевших и определения степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, действия мужчины будут квалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса по части 2 статьи 318. В данный момент на мужчину готовится обвинительное дело для передачи на рассмотрение в суд. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.